Привет, друзья! Военнослужащие российских ремонтных подразделений рассказали про установку на БТР-82А штатной защиты и противоаккумулятивных решеток. Новое вот только пришло, получается. И собираем, в принципе, собирается быстро. Дается все 24 часа и готов БТР. Людей достаточно, инструмента тоже достаточно. Сейчас вот привезли вот ноу-хау дополнительный на БТР. Вообще круто. Получается, до основной брони не доходит. То есть даже если пробивает, то не пробьет основную бронь. То есть это дополнительно, вообще круто. На данный момент конструкция сейчас штатная, эффективная. То есть получается дополнительные решетки плюс броня. До мотора, до экипажа не добирается, не получается, то есть рассеивается кумулятивная струя, эффективно. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.